присвоили бюджетные миллионы, выделенные для Дома ветеранов войны. Застройщиков и шахт обвиняют в хищении 15 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело передано в суд. Как установило следствие, руководители строительных фирм получили больше 21 миллиона от государства и должны были на эти деньги возвести дом для ветеранов и переселенцев из ветхого жилья. Построены были только 2 этажа из 5. Оставшимися денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.